А у вас балкон где-нибудь открывается? А? Балкон открывается? Всем привет! В сети сейчас стало стремительно распространяться данное видео. Типа это запись взрыва дома, который произошел 31 декабря в Магнитогорске. Это не так, друзья. Смотрите внимательно. Это взрыв дома в городе Астрахань, 2012 год, когда, по-моему, самоубийца себя взорвал. Обратите внимание, да, на дерево, почки набухают. Обратите внимание в этом видео на то, что 31 декабря они открывают балкон, ни пара изо рта нету. По идее, 31 декабря это зима. Скорую, да. Но, дорогие мои, 03-02 звоните. Это выкладывают видео и подписывают. Какие-то блогеры хотят нажиться на чужом горе ради просмотров, ради подписчиков. Так делать нельзя. Я не знаю, это, по крайней мере, нечестно подтасовывать вот это вот все. Так что, друзья, смотрите и делайте для себя правильные выводы. Так что оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, можно и дизлайки. Надеюсь, там никто не пострадал. Ну-ка так. Офигеть. А из-за чего такое могло? Из-за чего такое могло произойти? Офигеть! Так, может нам удалиться, блядь? Ничего не может такого? Да нет, не должно быть. Может скопление газа какое-нибудь, труба какая-нибудь, что-нибудь. Вот, а вон, походу, вон в той квартире, у которой балкон полностью снесло на третьем этаже, видите? Ага. Он, походу, там взрыв произошел. Такое ощущение. Ебать! Охуеть! Пиздец, там люди погибли. Там люди спускались. Ебаный, охереть! Это пипец. Смотри, это самый ебаный в рот. Так, нужно... Что же делать-то? Телефон звонит. Охереть. Офигеть.